Около 6 часов вечера в городе без электричества остались 3 микрорайона. О происшествии специалисты узнали сразу. В губкинских городских электрических сетях установлена система удаленного контроля состояния всех электролиний и узлов города. В 17:49 по системе телемеханики ИОМ, которая у нас установлена, пришло сообщение об отключении ячейки на РП-1, которая запитывает 3, 4 и частично 13 микрорайоны. Вот. Соответственно, была направлена бригада, которые перевели на резервное питание. Потом отключили поврежденный участок. Это и кабельная линия. У нас есть возможность. То есть мы отключили эту кабельную линию поврежденную. И затем так, с 18:30 электроснабжение города было полностью установлено. В микрорайонах города управляющие компании сегодня активно ведут работы по благоустройству. Жилкомсервис для строительства парковки в 4-м микрорайоне наняла компанию «Альянс». Те, в свою очередь, приступили к работам в непосредственной близости к кабельной линии, не согласовав действия с губкинскими электросетями. Подрядчик до начала работ должен согласовать эти земляные работы с нами, то есть с МУГГС, то есть работы в охранной зоне воздушной линии и кабельной линии, соответственно, чтобы не возникало таких проблем в дальнейшем. Представитель строительной компании «Альянс» от комментариев отказался. Поэтому по какой причине подрядчик не получил специальное разрешение, нам неизвестно. Хотя представители ГГС утверждают, что процедура согласования с ними работ упрощена до минимума. Это несложно сделать, это буквально занимает минут 20-30 времени. Мы бы показали, приехали на месте и уже определились. Теперь работы по благоустройству приостановлены. Сначала необходимо отремонтировать поврежденную тракторным ковшом кабельную линию. Придется откапывать и собирать, скорее всего, соединительную муфту. Но при этом нужно будет испытать еще кабельную линию повышенным напряжением. Специалисты ГГС об инциденте сообщили в дежурную часть полиции. Приехавший участковый инспектор опросил все стороны. Разбирательства продолжаются, а пока компания «Губкинские городские электрические сети» подсчитывает убытки, которые, скорее всего, лягут на плечи виновника инцидента. Алексей Бычаев, Ильшат Ракаев, новости Губкинского.